В Одессе планируют провести акцию, посвященную погибшим мирным жителям под Волновахой. Мероприятие планируется провести 18 января. Организаторы приглашают всех неравнодушных прийти в 2 часа дня на Соборную площадь. То, что происходит у нас в стране, это необъявленная война, это тоже своего рода терроризм. Терроризм по отношению к нашим гражданам. И когда мы говорим «Je suis Волноваха», «Я Волноваха», мы говорим о том, что мы помним о каждом погибшем. И о каждом погибшем не только 13 числа, потому что наша страна живет в состоянии террора уже больше года. Проведение акции вызвало массу споров, так как многие люди говорили, что в этом нет необходимости, а также упрекали организаторов в копировании французской акции. В то же время организаторы заверяют, что главная проблема нашего общества в том, что для нас смерть и трагедии стали обыденным событием. Мы помним про Нигаяна, про Жизневского, про Майдан, про Небесную сотню. Мы помним про тех татар, которые погибли во время аннексии Крыма, которые пропали без вести. Мы помним про Иловайск, мы помним про малазийский Боинг. И поэтому мы все заявляем, что я Волноваха, я Украина, и мы выступаем против того, что происходит в нашей стране. Я напомню, 13 января в период перемирия под Волновахой был обстрелян гражданский автобус возле украинского блокпоста. На сегодняшний день число погибших мирных жителей составило уже 13 человек.